Пекинский автосалон Toyota сильный импульс развитию электромобилестроения. Об этом заявил премьер Госсовета Гонера Ли Цян, проинспектировав в воскресенье крупнейшую в Китае выставку достижения мирового автопрома. В этом году на ней представили почти 300 электрокаров, в основном отечественных брендов. Глава китайского правительства подчеркнул важность развития умных, подключаемых к интернету машин новой энергии, которые повышают уровень технологичности и экологичности автоиндустрии. Ли Цян призвал к сохранению темпов внедрения инноваций, расширению открытости и сотрудничества, удовлетворению и формированию нужд потребителей. По его словам, развитие глобального и китайского рынка свидетельствует о больших резервах роста спроса на смарт-автомобили на новой энергии. Напомню, 18-й международный автосалон проходит в Пекине с 25 апреля по 4 мая на фоне впечатляющих результатов китайского электромобилестроения. Сейчас в Китае производится 60% всех автомобилей на новых источниках энергии в мире. Продажи электрокаров в стране достигли 9,5 миллионов в год.